Before we get into the video, do not forget to like, comment, and subscribe. Now, any boxing fans out there know the world's best boxers come from Ukraine, and in these countries' time of need, they have all stepped up. I'm talking about these are world champions. The mayor of Kiev, Vitali Klitschko, Alexander Usyk, and Lomachenko have all put their lives on the line to defend their country. Now, that's called real honour, so you have to respect it. Lesser men would not dare to fight for their own country. Now, Vitali's also looking to rally the troops and provide motivation to the people of Ukraine, while also warning Putin that Ukraine will never surrender, so he better prepare. Take a look. Это послание россиянам. Слушайте те, кто способен мыслить или еще мыслить. Императорскими амбициями, вторжением в Украину и варварством вашей так называемой армии вы посеяли ненависть на века. И слова о том, что правительство это якобы одно, а русские граждане другое, это полный бред и чушь. Это вы, веря мерзкой пропаганде и не воспринимая информацию даже от своих родственников и друзей здесь, в Украине, молчали все 8 лет, когда ваша страна оккупировала Крым и часть Донбасса. Это вы высокомерно относились к украинцам и считали, что нет такой нации. Это вы пересказывали друг другу мифы о каких-то нацистах и прочий бред. Это ваши солдаты, мужья, дети пришли сейчас в Украину. И вы все об этом знаете. Это не мы пришли на вашу землю. Это вы убиваете наших детей. Бомбите и сравниваете с землей наши города и наши дома. Знайте. Вас здесь называют орками. Всех. Нету сейчас хороших или плохих русских. Пока вы молчите и внемлите пропаганде сумасшедшего человека и сошедшего с ума диктатора, весь цивилизованный мир сегодня на стороне украинцев. И восхищается тем, как мы строим свою землю. Да, нам будет сложно, но мы не сдадимся, потому что мы не боимся. И ваша армия это уже поняла. Оставить ультиматумы людям, которые умирают за свою землю, бесперспективно. Запомните, как бы вы ни пытались сейчас уничтожить Украину и украинцев, если вы так продолжите, ваша страна тоже не выживет. Кто посеет ветер, тот пожнет бурю. Не хотите быть страной в полнейшей изоляции? Не дрожите от страха и безразличия. Будьте смелыми, как украинцы. Спасайте свою страну. А мы свою не отдадим и не сдадим. Я горжусь тем, что я украинец, представитель сильной, свободолюбивой и героической нации. Слава Украине!